Давай зайдем внутрь! Время есть. Можно передохнуть. Потом нас пошлют разбирать облом. А зачем она им нужна? Что, радиовышка? Да. Она еще работает? Какие-то координаты? Он хотел, чтобы их нашли? Это такая штука. Выглядит как куча старых переключателей. Поняла. Как найду, сообщу. Пожалуйста! Надо, не надо! А чёрт! Плохое предчувствие. Говорю тебе, Рейс, все дело в механике, а не в электрике. Давай уже, Алекс. Проблема однозначно где-то в электрике. Ах, вот как. Ух ты. Рейс,
А это что за милый лисенок? А, что, симпатичная? Очень. Это Алиша. Алиша? Класс. Дочка моя. Ей 14 лет. И она уже умнее тебя. Это точно электрика. В папу пошла. Ничего. Ну, был я на озере, на ночной рыбалке. Эй, Грим, пора задрать люки. Да-да, иду. Ну вот, значит. И вдруг эта тварь высовывается из воды и прямо рядом со мной. Ну, я и боднул ее в лицо. Удар головой он всегда выручит. Я неделю в себя не мог прийти. И с тех пор капли в рот не беру. Увидимся за обедом. Да. Ну хорошо. Так, давайте снимем ролик. Спасибо. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 3. Мотор. Итак, теперь крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Не торопитесь. О боже, стоп! 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 Он вернется? Я его приведу. Археолог с мировым именем. Исследователь. Сам, как редкая рыба. Вы же всемирно не буду известный я археолог, доктор Уитмен. Брюхо редким рыбам. А это просто рыба. Да что значит просто рыба? Будь трижды проклят этот твой натурализм, Сэмми. Я призван нести людям культуру, а не обеды. А, без обид, Иона. Зрители требуют контента, доктор Уитмен. И вы это знаете. Пока мы не нашли затерянную империю, нам нужны такие эпизоды. Давайте попробуем еще раз, окей? При монтаже мы сделаем из вас Гордона Рамзи. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 4, мотор. Итак, крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Я столько просидела над ними, что когда закрываю глаза, вижу эти карты. Но если я не права, и Яматай не в треугольнике дракона... Помню, как ты нашла это в раскопках отца. И прибежала показать мне в своей пижамке с пингвинами. Мне было 5 лет. Первая находка. Да. У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Отец любил так говорить. Он всегда доверял интуиции. Плохо это или хорошо? Он бы гордился тобой, Лара. Мы приближаемся к буре. Ну что, Лара, соберись. На тебя надеяться.